Всем привет, с вами Гинко, я продолжаю играть Dark Souls 2. Я решил не идти сегодня на босса, а пройти по этому пути. Теперь я вижу этих своих врагов. Теперь все норм. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Понятно все, почему ты такой оверпауэр. Минус один. Норм. Я не могу использовать это. Ну зашибись. Они сделали замороженное затем, чтобы лишний раз пройтись по местам былой славы потом. Иди посмотреть, как изменилось. Как изменилось это, как он. Атмосфера, когда этот замок растает. Блин, я вышел. Не туда. Сейчас меня слева еще один раз еще напугает. Теперь я помню, что это тут. Круто, да? Кто ж так думает? Напоебало. Напоебало. Привет. Что думаешь? Норм, да? Как стоял? Оба. Отлично. Так, я шел наверх в прошлый раз. Открывается, но здесь много врагов. Здесь есть лестница. Давай посмотрим, что на лестнице. А, сундук на лестнице. Враг. Который будет стрелять магией, если я пойду не там. Ясно. Сундук. Ты норм, сундук. Вроде не с зубами. Копье, пронзающий молнию, какая-то магия. Неплохо, неплохо. Лут идет.
Ну вот это было тактично. Душа без одного солдата. Все. Окей. Надо еще похиляться один раз. Все, ну. Человечек, фигурка. Нужна ли она была мне? Кто его знает? Чем сюда идти вообще было? Нужно ли? Вроде пока что все ок. Что ж ты бэкстеп не делаешь? Делаю бэкстеп. Не дать мне бэкстепа. Ага, все, я прошел кругом. Окей. Мне ничего не остается, как идти на босса. Снова. Ладно, схожу на босса. Что поделать? Больше вариантов нет. Теперь видимо то, что невидимо. Я немного утомился играть. Вот дело слишком. А она очень суровая. Привет. Как он меня ногой зацепил? Ну вот как? Или это у него зубы были, когда он меня...
Давай! Кошка, умри! Кошка, умри! Есть! Всем привет, с вами Генка. Я обосрался проходить этого босса 200 тысяч. Может быть, мне даже левел дадут. Может, костер, не? Да какого хрена? Жесть какая-то. Интересно, норм. Чуть душу свою не потерял. Так, что-нибудь есть снизу? Нет, ничего себе. Есть тоже, нет, ничего себе. Гоу наверх. Так. Говоришь, что здесь следующий босс сразу же? Или нет, или это целый замок новый? А ну-ка. Костер, да, это костер, отлично. Я дошел до большого собора. Воу-воу-воу. Сразу только народ хочет со мной поиграть. Что ты, Мегуми? Ага, мне надо, значит, подняться наверх. А, поднимусь наверх. Отличный собор. Ясненько, ясненько. Терпел поражение, да. Кто ты?
Я Chosen Undead. Ага. It gave birth to atrocities, and the people fled in fear. Until our Lord, the Ivory King, came. My dear Lord, a most true king. It was with his magnificent soul that he built a Leonoise and contained the spread of chaos. But the chaos would not be sated, and the king gave his own soul. Ну, допустим. The king was drained of vigor and plunged into the chaos's heart. Чё, типа в бездну? The Liam Lois was frozen in time. Its leader lost. Ну здесь хотя бы рассказывают, почему, кто, чё, о чём. I remain here to contain the chaos, honoring my lord's wishes. Perhaps one day he will return. There is nothing here save that accursed flame. I have but one wish. Такое. That my dear lord might be free from that unspeakable chaos. Типа остановить его? I haven't had strength to help him myself. Ну я так и понял. Вроде тебя. Конечно, я убью его. Может быть. Если у меня получится. Есть выбор? Да. Мне кажется, меня наебали. Давай. Давай, гоу. Окей. Так, сила. Сила все еще 51,7. Но еще посмотрим. The knights of Aleonois await a new leader. Да легко. One who can guide them into chaos. Оу. Арториас мне поможет. Боже мой! Жесть!
Кто ты? А, это ты бабища, которая со мной говорила? Могу бэкстейпить тебя. Бэкстеп. Тайм. Тайм. Окейушки. Но это было эпично, когда ты падаешь прям в ад. Кстати, это второй босс. Вне закона мне поможет точно. Так. От физа. Четыре короля. Почему три? Джеронимо! Блин! Как в Элизиум! Ну, вы попали. Хорошо, их три. Норм так-то. What the fuck? Что здесь происходит? Клёвый задний фон. Вот то-то.
делаю пару скриншотов этой херни. А, окей. Нормально. А, ему помогать пришли еще двое. Ясно, ясно. Физы он мои пробивает. Почему? А, наверное, он потому что огненный. Хотя от огня. Понятно, пробивает меня. Надо прыгать под него. Окей, я понял. Я все понял с вами. Вы козлы. Пойду я лучше обыщу все то, что мне нужно для, может быть, чтобы его видеть. Так. Костер. У меня есть ключи Фароса. Да, целый один, отлично. Ага, здесь один, все. А, два еще не нашел. Значит, есть еще где-то на отшибе один босс и... еще что-то. Ладно, все добро. Все будет стихло, бро. Откуда у меня 305 000? Скажи мне, кто. Понятно, я так и думал, что они оживут. Злой, злой.
Все как было. Что за жесть? Сюда еще раз уже. Сюда же? Да, сюда. Промахнулся. Backstep, bitch! Всегда теряю один и тот же. Вот это лучше будет, чтобы месить обычных мобов. Ты промахнулся. Бум-бум. Ты... Вон, стекляшка вооружена. Бэкстеп! 1480. Я держал же щит. Чё вы? Давай, оп. Бэкстеп прошел. Даже когда ты развернулся. Кстати, а теперь слышно их какие-то это высказывания, типа. Такое. Победа? Может, теперь будут двери открываться? Нельзя открыть с той стороны. Нет, все еще нет. Бэкстеп! Еще ничего нет, вот здесь может что-то быть. А, не тыкай, ох ты ж, льдинкой твоей. Странный сундук. Да.
Суки-то они-то. А, вот откуда ты пришла, понятно. О, здесь есть проход вниз. Там вроде есть костер, да. Пом. Бэкстеп делайся! Что с тобой с бэкстепом не так на нем? Отражается? Есть один ключик, камень фарос, вот. Шляпа Дурга. Дурга. Шляпа. Смонок. Смонок, но видишь, дальней стрельбы из лука. Великий лучник. Весь мир. Эффект увеличения дальней стрельбы из лука. Окей. А, живил, ага. Ищи стену, когда врата Эллен Ллойд были распахнуты, город замерз. Излюбил. Годом он все равно если свою службу. Окей. Может в тайную дверь еще? Не, нету. Пойду вниз, разберусь, что там как. Может, что интересное есть. Там есть, помню, какой-то проход был, и там можно было, блин, здесь клёво. Клёвая карта, вообще дикий японский геймдизайн, то, что нужно. Угу. 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 Не, возьму сундуки, пожалуй. Ха! Введение сундука невозможно. Повадно было. Грипп, грипп. Ну, норм, чё.
тут. Здесь что-нибудь изменилось? Смерть, 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 смерть! Нахер все. Я мог умереть от такого количества врагов. Я спадаю вниз. И все здесь. Так. Иду до костра. Там еще сундуки и все. В принципе, тогда уж. Может теперь откроется с той стороны, не? Дверь-то. Да все, макарек. Окей, значит я прошел вниз. Не, подожди. Я абсолютно забыл, как я шел. Как я прошел вниз, так чтобы. А, я пошел взять сундуки и ушел. Черт! Ладно, я дошел других уже сундуков, так что не важно. Что-то большое и страшное. Голем тоже против меня?
Понятно. Понятно, один из них враг. Вот этот враг. Ах ты, твою мать! Гигант. Не, все тщетно. Что-то происходит.
что он делает? Да пошел ты. Все решено. Привет, пацаны. Все-таки. Задолбали! Вижу короткие тайминги. Не хочу. Мне больно. Мне больно от этой фигни. Серьезно больно. Да-да-да, иди туда. Thank you.
человеческая фигурка одна. Подарок просто небесный, да, двуручный меч Нил. Что, двуручное что ли? Какое-то новое. А, у меня есть этот ключ скована. Двуручные они вот здесь. А, нет. А, двуручный. Меч Нил. Блин, хер поймешь. Одинаково. А вот, а величественные. Может, от этого и есть какой-то это прок, то что левая рука. Ладно, не важно. Главное бежать вперед. Привет. Пока. Мой еще один. Ура! У меня теперь два есть. Хаос, отлично. Оцените. Зашибись. Ага, это дверь. Окей. Отлично. Да, я верю, что нет потайных стен. Так. Теперь у меня... Не, ну значит это возможно, значит просто надо искать в замке, не идти сразу на босс. Ну как всегда. Ой, огненная бабочка. Я знаю, куда идти дальше. Но это будет уже... Подожди. Так, давайте подумаем, если... Вот это не похоже на... Нет, это просто показалось. Нифига себе! А... Круто.
Конечно же, враг. Нифига, сколько дамага нанес. Прям задница. Че, может, еще здесь какие-нибудь есть, не? Там лестница, там враг. Не хочу найти на лестницу и врага. А, там я был. Че здесь? Здесь был проход. А, нет, здесь просто чувак стоял. Подожди. Ага. Окей. Все, здесь понятно. Что здесь? Что, просто углы с монстрами? Что, серьезно? Ой. Там игра заканчивается. Точнее, это какой игра. Это. Там заканчивается проход. Но просто ли это так или нет? Это вопрос. Ну, короче, я понял, все, что надо здесь делать, это искать себе союзников, потому что без них вы будете страдать у боссов, когда будут открываться дополнительные двери. Точнее, когда будут к вам телепортиться из хаоса бесконечные монстры. Давайте будем так называть. А, вот здесь не было, отлично. Над огнем. Надо посмотреть, что за кольцо. Неплохо. И все, и телепортироваться. Далеко-далеко. Мне нужно потратить все мои души, которые я накопил. А с вами был Гинка. Всем удачи. Всем пока.